С очередным ударом стихии город не справился. Такое заявление сделал Анатолий Пахомов в начале планерного совещания. В воскресенье в Совет Кваджи произошла трагедия. 23-летний житель Ростовской области утонул во время шторма. В этой связи глава Сочи дал поручение усилить меры безопасности на пляжах и особенно уделить внимание Лазаревскому району. Что касается городской среды, то и там не мешает навести порядок. Так, в том же Лазаревском во время визита мэр обнаружил на центральных улицах мусор. Наполненные пакеты, лежащие вдоль обочин, своевременно не вывезла управляющая компания. Такого быть не должно. Мы говорим о санитарной очистке города. Это на сегодняшний день номер один вопрос. И второе, мы говорим о благоустройстве города. И поэтому не только вычиститься, надо, конечно, травку подкосить везде. Сейчас дожди прошли, надо обязательно зеленые зоны вычистить. На совещании перед сотрудниками администрации поставили и другие не менее важные задачи. В частности, подготовиться к выборам в Государственную Думу, которые состоятся в единый день голосования 18 сентября. За каждым избирательным участком, а их на территории округа номер 50-220, закреплены чиновники. Они-то и займутся организационными вопросами. На сегодняшний день наши избирательные участки, в принципе, безусловно, готовы к проведению выборов, но некоторые требуют косметического ремонта. Я думаю, что те закрепленные сотрудники администрации знают эту информацию, и в ближайшее время, ко дню голосования, эти все работы будут выполнены. Кроме того, необходимо обеспечить доступность участков для маломобильных групп населения. Пока этому требованию отвечает 163 избирательных пункта. Также к единому дню голосования предстоит организовать выездную торговлю и развлечения. На избирательных участках должна царить атмосфера праздника, а за безопасность отвечают сотрудники полиции и казачества. На данный момент о своем участии в выборах по одномандатному сочинскому округу заявили 12 кандидатов. Что касается федеральных списков, то их предоставили 20 партий. Заключительный вопрос повестки – налоговые сборы. Напомню, на прошлом планерном совещании стало известно, что городской бюджет не досчитался 198 миллионов рублей в виде налоговых поступлений. В числе злостных неплательщиков оказались владельцы объектов временного размещения. С ними сейчас ведется активная работа. Мы сейчас всех ориентируем, чтобы они покупали патенты. Патент, потому что все бюджетные ассигнования, которые будут поступать, они поступают в бюджет города. Патенты приобрели 27 владельцев объектов размещения, а городской бюджет пополнился на 1 000 000 рублей. Работа в этом направлении продолжится и дальше. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.